На областной станции переливания крови во вторник утром особенно людно. 2 июля объявлено днем сбора крови для пострадавших в ДТП у Синей Осоки трехлетней девочки и ее мамы. Напомним, что трагедия произошла 26 июня на трассе в Клейковском районе. Микроавтобус «Ситроен» во время обгона столкнулся с автобусом «ЛиАЗ». Затем машина врезалась в грузовую «Газель». Травмы получили 8 человек. Двое из них – женщина 85-го года рождения и ее дочь – сейчас находятся в реанимации. Их состояние оценивается как крайне тяжелое. Пострадавшие – это очень хорошие мои знакомые, и я их знаю очень давно. И я практически сразу знала об аварии, и когда назначили день сдачи крови, я не задумываясь пошла и взяла с собой еще друзей. Только за 2 часа работы на станцию переливания пришли 120 человек. В основном это друзья и знакомые пострадавших в ДТП. Многим до этого еще ни разу не приходилось сдавать кровь, но они решили откликнуться на призыв о помощи. Такие люди приходят к нам очень многие первый раз. И большое им спасибо за то, что они пришли, за то, что они решили сдать кровь. Доноры первичные разных возрастов. Есть и студенты, есть и работающие, есть люди даже пенсионного возраста. Помочь пострадавшим ДТП может любой желающий, вне зависимости от того, какую группу крови имеет. В приеме на станции переливания не откажут никому. Донорскую кровь и плазму направят на восполнение базового запаса. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.